Поездка хорошая, она познавательная. Мне сегодня удалось посмотреть и настоящее, я имею в виду состояние вот, предприятий агропромышленного комплекса. Мы побывали на очень приличном подразделении, я имею в виду на предприятии. Николай Викторович Алапин, он нам показал то, что есть, то, что как нужно делать в тех реальных условиях, как добиваться высоких показателей. И по удоям это 9 тысяч килограмм, это рекордные удои. Ну, естественно, по эффективности. От эффективности можно отталкиваться, идти дальше и выстраивать перспективу на будущее. Мы сегодня увидели и перспективу по социальным объектам. Смотрели две школы, увидели в действии программу энергосбережения. Там тоже эффективность, я абсолютно уверен, что по окончательно отопительного сезона мы увидим сокращение затрат, ну, как минимум на 40%. И лишний раз убедился в том, что эту тему нужно продолжать. Я уверен, что в июле мы построим еще один детский сад в Данилове. Объект строится хорошо, я бы сказал, даже с некоторым опережением графика. И мне будет приятно, как вот в этом году осенью в Мышкине приехать сюда летом будущего года и увидеть, надеюсь, счастливые лица детей и их родителей, которые придут в новый прекрасный детский сад. Так что движение есть и вот здесь, в вагонном депо предприятие работает. К сожалению, может быть, не с теми темпами роста, но качество и организация труда, культура на рабочих местах, она очень на высоком уровне. Ну, вместе с ней и заработная плата, что тоже важно. Я понимаю, что от этого всего зависит и качество жизни жителей города Данилова, Даниловского муниципального района. Есть перспективы и, главное, есть понимание людей и хорошее настроение у школьников. Это тоже много значит. Они, я думаю, имеют право на хороший праздник, на новогодний праздник, чего я всем желаю. Желаю настроения хорошего в новом году. Ну и тем же темпом, в том же духе продолжать трудиться дальше, получая от этого удовлетворение как моральное, так и материальное.